Все, мы собираемся сегодня уезжать. У меня в машине должны быть. Все, на выход. Артем эти сваренные яйца. Да, Артем? Что-то мы собрались, в один день хотели уехать, не уехали. Вот, поэтому... Да, со сборами. Со сборами, да. Хорошо, лифт работает. Слава Богу. Слава уже есть. Да, не горит уже экран. Он уже третий день горит. Не горит. Ну, четвертый уже. Это третий. Третий? Это вот да. Ли, ты только на самокате нас не провожай, ладно? Не беги за нами, если на самокате. Мама, за Тюмени убегайся. Бабушка, слушайся, ладно? Зайди на Маш, у тебя сгорят, будет сильно болеть. Вон сгорели плечи. Иди домой. Поднимайся, и дядя, а тебе надо закрыть уже. Да, другое платьишко. Другое платьишко надо одеть и намазать. Лид, у тебя тут вся спина. Слышишь красная. Меня, дочь? Иначе, дочь, посмотри. Назад возвращайся. Там посмотри, да я видела, вообще страшная спина. Дайте, ребенок, нас давай, ты нас проводишь и назад пойдешь, нет. Ладно? Договорились? И лицо не забудь умыть. О, прекрасно. А открываться не будет? Нет. Ян, кого ты там щелкаешь? Она застыла. Что с ней? Не, ну это вообще... Блин, слава богу. Дай, да, я тебе там щелкаю. Офигеть. Я уже думала, что это может знак, нам никуда не ехать. Ну мало ли что, блин, знаешь, такое дело. Я в такие знаки верю. Да? Так что мы пойдем на линию. Она у меня не пускала. А куда яйца? Яйца. Надя, ты с той стороны. Это я. Так, Артем, давай там сруб все убирай, он между вами ставь яички. Амида же. Там Амида будет скакать. Она сейчас ей в багажнике. Покажите, как у вас в багажнике все будет, я не говорю. Я еще не застилал там. Да, Ян, как ты суешь мне до багажника положить? Не торопись, Ян, пожалуйста. Это ставь под ноги. Тебе что? Да. Зачем ты открыл окна? Кондиционер работает, он окна открыл. Я тебя жду, чтобы Амиду ты подержал. Он, блин, сел, сидит, радостно. Окна открывай. Вообще, красавчик, а? Он уже сел, он уже в комфорте едет. Молодец какой мальчик. А где Амида будет сидеть? О, я там не достала расческу. Сверху рюкзака лежит расческа. А там уже в салоне. Они уже засунули. Я поэтому свой рюкзак хотел сама нести. Чтоб никто ничего не сделал. А, вот эта вот расческа? Она... Да, которая тигрела Дайсона. Чтобы ее не сломали. Давай я ее на как будто на ней скакать. Я на переднюю? Сины. Так. Да, наверное, в багажник положи. На передний? Да, она. В багажник там спереди положи. На заправку верим? Нет. Мы уже заправились. Хорошо. А что ты в грязной футболке поехал? Она сзади грязная. Да? Да. Там в слюнях или соплях, не знаю. Ну это твоя не застрахована. Аминь. Так, намокник-то и снимай. Давай. Не, не. Ты здесь живешь сейчас. Поняла? Собака, что? Собака такая умная, собачка. Да, а ошейник не снимаешь ей? Нет. Зачем? Даю. Она уже решила, что она там едет. Ну все, все, погнали. Я за руль. Погнали. Нет, ты едешь рядом. Давай, может, я за руль. Или ладно, давай, сейчас хорошая. Конечно, хорошая дорога. Ты такой интересный. Давай. Я думаю, что я сейчас по приятной дороге сама прокачусь. Мама, я только что... Не плачь, ты чё? Мы скоро приедем. Я люблю тебя. Не плачь. Мы скоро приедем, хорошо? Там комаров, говорит, столько, Анюта. Все, не плачь. Все, давай, люблю вас. Все, это, послушай меня. Мы скоро вернемся. Я понимаю твои чувства. Тебе больно, ты переживаешь. Дочь, я тебя очень люблю. Слышишь меня? Не плачь. Ну что ж так. Ну, представь, каково мне сейчас ехать будет, а?
Давай ты не будешь плакать. Давай ты побережешь меня, пожалуйста. Но я сейчас буду расстроена ехать, дочь. Хорошо? Не будешь плакать. Мы скоро приедем, я тебе обещаю. Давай. Мы сейчас быстро все сделаем и приедем. Все, и не плачь. Так, это тоже уже плачет. Давай, давай. Я вас люблю. Ну, нам надо делать дела. Ну, как по-другому? Давай, чуть-чуть, да? Ладно? Все. Чуть-чуть подождать. Все, вы уже дома. Давай. Лидуся, домой зайди. Переоденься, потому что у тебя плечи сгорели. И бабушку попроси, пускай тебя намажет. Диан, проследи, пожалуйста, и перестань плакать. Все, я вас люблю. Господа, пристегиваем ремни. Безопасности. Наше путешествие будет пролегать через такие города, как Тобольск, Пытьях, Нефтьюганск, город Сургут, Когалым и конечная точка город Ноябрьск. Ну что, все, поехали? Ты солнцезащитной машине не ждешь? Давай солнцезащитной одену. Так, надо эти, только стеклом туда положи. А их бы протереть еще не мешало бы. А так я сейчас организую. Туалетная бумага, может быть? Да. Да? Оп, ну и все. Я оделась, очечки модные. Ну, посмотрим, насколько мне хватит за рулем. Нормально. Потому что я боюсь, что надолго мне не хватит. Я сидеть не могу. Я дома-то сидеть не могу. Вот ходить еще ничего. Сидеть очень больно. Ну вот, слушай, зря сюда Артема посадили, потому что я потом не смогу откинуть кресло, что плечи. Надо было Артема туда садить. А только мы останавливаться будем и пересадим. И пересадим, да, его? Ну все. Да. Муж сказал, все решаемо. Так. Все, подъезжаем к шлагбауму. А он нам не открывает, надо звонить. Едем мы. Хорошая дорога была очень до Тобольска. Здесь прям чуть-чуть до Тобольска такая, что как бы не айс. Ну, в целом, можно сказать, супер. Подъезжаем мы к Тобольску. Сейчас проедем мост и заедем на заправку. Это летят, это я уж мыла стекло, он все. Выехали, Роман так хорошо помыл стекло, такое чистенькое было, благодать. Ну, недолго. Заехали мы сейчас, заправимся, машин, конечно, много. Ну, сейчас вечер, уже без 10:08, и начнет сейчас темнеть, и я думаю, что многие машины большие лягут отдыхать. А Миди же приготовили там, чтобы она в багажнике ехала. Она сказала: ребята, знаете что, в багажнике сами ездите. Мне и на кресле неплохо. Вот. Недовольна она нашим таким предложением. Но мы сейчас заправимся, отъедем, потом поведем ее выгуливать. Дети пошли в туалет. Красиво, конечно, едешь очень красиво. Че, Мит, смотришь, да, там? Папа заправляется.
ничего. Не алло, мигает, а ничего. Не включается что-то у него. Тут стоят большие машины. Что там? Слушай, а ты поставь пистолет на место. А что ты не ходил, Артём, не спрашивал? Пошло? Ну вот. Я вышла, и у вас все помогло. Да. Все благодаря мне. А Надюша что, одна, что ли, пошла? Да. Ох, немножко хоть расходиться. Ты уже сходила? Нет. Нет еще? Там очередь? Да? Ты ходила или нет? Нет. Ну, пошли, Надюш. А там вот она там, два человека зашли. Два человека зашли? Да. Надюша, аккуратно смотрись, машины могут ездить. Пошли сюда. Вон они уже поставили машину. Ого, смотри, там ага. Посидеть можно. Да. Че, у нас еще наших нету, да? А куда они пошли? Не знаю, это собака. О, крапива какая тут красивая. Тут, видно, покосили, а тут стеной стоит. Надюшка пошла. А Роман куда пошел? В какую сторону? Куда они пошли? Ты не видел, что ли? Что-то их не видать. Вон они где спрятались. Папа, видите, на волка. Угу, да. Так, что, садись за руль? Кремль. Едем тут. Красивые березы такая. Вдоль дороги посаженная роща. А это у них, наверное, дачи, скорее всего, по постройкам, мне так кажется, небольшие дома. Походим. Диапазон. У меня чувствую, у меня болит спина. Мне очень тяжело сидеть. Вот это вот 2 часа. Да? 2 часа же мы сейчас ехали. Ну да, да, да. Чувствую, что это я говорю, давайте будем ходить. Ну, совместим полезное с приятным. Походим и заодно детям покажем Тобольский Кремль. Ну, Надюшка-то еще маленькая, мне кажется, ей еще не так будет интересно. А вот Артем, он уже постарше и, возможно, уже что-то даже где-то отложится в памяти. Что я там был? Да, видно все вот это дышит мне грозно. Всю дорогу. Я еще мы выезжали, я говорю, вам так всю дорогу будет. Она же сама сюда ездила. Вот когда нет, сейчас 10 минут успокоится, ага. 10 минут. Уж не знаю, когда закончатся эти 10 минут. Промерим чип, ей это вся дорога. Вообще машина не любит ездить. Она, а ей приходится ездить. Нравится, не нравится. Попала в такую семью, в которой ездит часто. Особенно, что в последнее время так вообще. Анютка соскучилась очень, позвонила, говорю, Анюта, мы выезжаем, я посмотрю нам супчика. Она говорит, какой? Я просто с курицей картошку туда порежу, особо там не это, не надо ничего. Я говорю, там блин, кушать будем хотеть. Это вот она сказала, что сделает. Я что-то вышла, раз она
домой. Посмотрите, какие здесь красивые резные окна. Мама, фоткай меня. Надюша хочет сфоткаться рядом с матрешкой. Я говорю, пойдем, смотри, какие там лошади, карета. Она говорит, нет, лучше мне сфоткай с матрешкой. Матрешка ей больше зашла. Сфоткаться ей захотелось. Тебе с матрешкой или с каретой? С машиной. Я уже все пообнимала. Надюша, не бегай, там машины. Надя! Я говорю, не бегай. Жди нас. Все, Надюша. Там вот, вот сидеть выше. Я поняла. Все, села ты. Давай, сейчас тебя сфоткаем. Моя семья села. Рома сейчас Мити намордник одевает и тоже выйдут. А вон они. Да? Смотрите, какая красота отсюда. Какой вид открывается. Очень красиво. Амида сразу до лошадей побежала. Да? Угу. Надя уже там на лошадь забралась. Ой, ну Надюшка. Так, что, пойдем, Надюш? Не, Амид. Слушай, а где здесь переходить дорогу? Интересный вопрос. Нашли мы пешеходник. Надя, Надя! Артем, возьми за руку, пожалуйста. Выпустите пешеходов, говорят. Все. Че, пойдемте? Да. Надюш, не беги, пожалуйста. Вот. Надюша уже села. Запрыгивай тоже, Амид. Посидишь с Надюшкой. Амида вообще какая-то устала она сидеть. Так а мы на заправке уже там все сделали. Так что порядочные собаки, будем только гулять. А у нас на севере школьникам организовывают сюда экскурсии. То есть привозят сюда. Ну, что-то как-то они дороговато стоили. А потом как-то хотели, а поздно, не успели. Угу. Но это для малышей совсем. Она показывает там паровозики. Поэтому так у нас не съездили дети. Ну, что сейчас получилось Артему показать. Но она, знаете, тоже, когда ты понимаешь, у нас Анюта ездила в такой тур по Золотому кольцу России, она ездила. Вот это они в Москву, там, в Суздаль ездили. Много где были. Но она все равно, для нее это было неинтересно. Вот она, двоюродная сестра у нее, да, с Олей они ездили. Вот ей интересно было. То есть у нее уже возраст такой осознанный. Она тогда была, наверное, в классе 7, когда Оля ездила. Ей очень понравилось. Ну, Анюта такая, она еще маленькая была. Я тогда поняла, что детям, если ехать на такие мероприятия, ну, должно быть 13-14 лет. А потом что-то как-то Анют спрашивала. Он говорит, не, я не хочу туда ехать. Видите, что тут поют. Мои в чесали, говорит, ты там пока болтаешь. Надюш, не убегай далеко, моя хорошая. Амида. Че, Амид, интересно тогда тут? Убеги, убеги. Угу. Че, может, вату возьмем? Да. Ну, я не знаю, там вата есть или нет. А вон. Да, вроде есть. О, какая красота.
красиво как. Да, Артём. Артём, а шаурме разговаривает. Ты кушать хочешь? Нет, я шаурму хочу. А, ты шаурму хочешь? Нет. Понятно. Да. Такой, да, блестящий фургончик. Что? Не знаю. Вон, видишь, Надюш, какие колокола? Вон, наверх голову подними. Видишь? Небо какое сегодня чистое, голубое. Очень красивое, ни тучки, ничего. Надюш, нам здесь травмы не нужны. Слази оттуда, пожалуйста. Ну, отсюда виды нереально красивые. Там реку видно. Очень красиво. Новые дома построили, потому что я когда последний раз была, вот не было вот этих домов, да? Рядом. А я вот что-то не помню, когда я тут был. О, смотри, там можно посмотреть, Оксан. Бинокль, все дела. Ну там заплатишь и смотришь. А, да? Да, а, вот ну, этих да. домов не было. Вот этих новых? Я в каком была, наверное, в 11-м году здесь. В 10-м или в 11-м не было. Видно, построили. Может, я не помню. Ну, я хочу. Угу. А я похожу. Надя, иди сюда. Видишь, какие стены, Артём, большие. Так и представь, сколько там вниз, ты видел? Вставьте нужную сумму, 50 рублей, 1 минута. А у тебя есть 50 рублей или 100 рублей? Ну, я посмотрю сейчас. Я помню. Сейчас. Да не, мало, да? А это видно, можно. Не, Оксан, мелких нету. Нету, да? Красиво какая. Что, пойдем? Походим. Ну, здесь частная застройка такая больше. Надюш, не надо руки вытирать. Потом ты где их будешь мыть? Объясни мне. Слышь, какая высота вообще-то. Она вообще, когда меня опустит, она как парковому. Да? Ага. Я хочу вон там домик построить. Там вот этот типа ем, взяла поднимаюсь, там уже. А что, я хочу вон там домик построить красивый. Где? Вон там на горе. На горе прям? Да, ну ты что, ни одного дома нету. Просто домик. А, просто домик? Да. Скромненько ты. А пап, а какой красивый вид будет? Ну да. Выходить и смотреть. Ну да. Вон, видишь, как сделано, Артём? И чтобы можно было стрелять. С лук. Да. Надюш, не убегай далеко, пожалуйста. Мама, какое большое пространство. Я туда хочу сходить. Хотел поговорить, что у вас мозаика. Надюшка ходит, ей все куда-то забраться надо. Повыше. А сколько там? 437, да, лет? Вот там памятник какой-то, смотри, видела? Где? Оксана? Вон шлюпка с... А, ну да. 437 лет. 437. Угу. Ну так красиво, да, так угу. Сделано там. Молодцы, интересно, сделали. Да.
Вид вообще потрясающий. Вот ехали, видели? Вот тут вот мы ехали. Да, поднимались. Вот тут поднимались мы на машине. Вот так вот поднимались, поднимались. Там тоже, да, памятник. Это даже непонятно, как туда люди заходят. Надя, 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 Надя. Проходите, пожалуйста. Успокойся. Вид, конечно, потрясающий. Мы уже обошли его. Это дом, автодом. Пошли дальше. Мерседес. Автодом, видела какой, Оксан? Угу. Папа, из Мерседеса переделан. Да. Так это казахстанские номера там. Папа. Переход там. Это киргизский, не казахстанский, по-моему, Оксан. Да? Угу. И Мерседес, это 4x4 у него. Он прям большой. Папа, я нахожу дом на колесах. Там он поворачивает сиденье. Че, пойдем, дойдем, глянем, что там. Краусан. Кафешечка. Пахнет, да, очень вкусно. Что-то так давно здесь не была, вообще все забыла. Ты имеешь в виду, до сюда дойдем или куда? Ну, до сюда. Здесь посмотрим, что там у них. Там мне что-то готовят, да? Ну да. Хлебушек. Ох, какие березы. Выберите начинку. А, здесь прям краусаны с начинкой. Здравствуйте, девушка, у вас мороженое есть? Мы уже закрыты, к сожалению, мороженого нет. А, все, поняла. Уверен, краусанчики есть. Ты будешь краусаном? Нет. А что? Я буду. Ты будешь? Да. Мы уже закрыты, уже закрыты. Все, Надюш. Не получится тебе краусанчик взять. Там не знаю. Что там? Это вот знаешь, когда работает продавец, который не заинтересован в продажах. Ну да. Понял, да? Mm-hmm. Они у нее лежат, ну и что? Завтра спишем, выбросим. То есть, если бы человек был заинтересован, то, конечно же, продали бы все. Ну, круассан 220 рублей с начинкой. Такой ценник, да? Приятный. Mm-hmm. Ну, здесь сюда много иностранцев приезжает. Поэтому я так думаю, что ценники для них. Там что такое? Что-то такое. Видел тут? Что-то так с этим? А, здесь типа этого шашлыка, что ли? Да, ну видел, что? А. Короче, мальчики захотели мясо. Ой, нам еще и порежут, нифига как круто. Ну что, крутенько? Жена. Какие здесь клумбы. Смотрите, какая красота. Мальчики идут счастливые, довольные. Я говорю, счастливы. Он говорит, да, я сейчас самый счастливый. Это такие мясо для них. Ну, взяли, я говорю, давайте там, потому что там люди, мы с собакой, чтобы людям не мешать. Я говорю, как-то в машине сядем покушаем. Потому что там надо было сесть с кем-то. Я не думаю, что кому-то будет приятно, когда рядом собака кушать.
Вкуснотища. Они тут положили сметану какой-то, да, такой он вкусный соус. Мясо. Дайте на соус попробовать. Ты нам свой дай. А как тебе? Собака слюни пускает. Сейчас мы тебя тоже покормим. Это тебе нормально. Ой. Как мы вкусно покушали. Да. Очень. Нам еще с собой кипяточек взяли. А дома мы покупали, я даже не знаю, типа кофе 3 в одном, но он что-то такой большой пакет, и там с корицей. Вкусненько было. Так. Вкусно, да, был? Очень. Как мы без кофемашины будем с собой? Да? Я не знаю. Надо было взять, наверное, с собой, да? Да. Но мы ее уже не взяли. Ну давай все, вернемся. Поехали. Не, не дай Господь, все, наехать на Яблоко. Мясо покушали, поехали, вернемся. Нет, наехать на Яблоко. Все, наша цель все, все пристегиваемся. Собаку посередине, сам садишься туда. Так, давай я очечки, наверное, сюда закину. Они мне, по-моему, уже не пригодятся. Ты замотай, чтобы не поцарапать стекло. А, да, давай, конечно. Ты, главное, ты потом не забудь, что ну, ты да. Их это... Блин, на миг. Да. Что-то у тебя там вообще неудобно внизу. Я не поставлю. Опа. Все, выезжаем. Выезжаем. Да, сейчас я тоже выстегнусь. У нас еще и получится покататься по Тобольску. Но, а мы же с тобой жили в Тобольске тогда, останавливались. Жили. Мы-то в квартиру с тобой снимали. Да, вот на этот дом пошли. Мне кажется, вот, да. Можно справа. А когда это было? А зачем мы в Тобольске снимали? В Тобольске. Мы-то проездом ехали. И заранее снимали квартиру здесь, на помнишь? Ну мы переночевали, да. И поехали. Через 300 метров держитесь левых полос, а затем поверните налево. Нет, да, мы тогда что-то поздно приехали, устали. Мы что даже, по-моему, я не помню, что мы даже гуляли. Ну да, нам даже... Не до гулик было. А ты Артем сами что ли? Да мы как большим, по-моему, ехали. Да? Мне кажется, да. Да не было никого. А может и были. Были, все были. Были, да? Да. Дети говорят, что были. Ограничение. Через 300 перекресток. Видишь, как красиво тут. Жемчужина Сибири. 60 перекресток. Папа, это не Тюмень, по-моему. А помните, я по ней. Впереди лежачий полицейский. Велодорожка, а велодорожка с двухсторонним движением сделана. Это микрорайон строитель. Так красивенько. Мы приехали в УВАТ, уже подъезжаем к Салыму. И подъехали на заправку. Здесь 95-й, 59, 35, сотый, почти 70 рублей. Вот. В туалет сходить. Надюша уже пошла. Что там занято, Надюша? Подожди, подожди, стой, сейчас машина отъедет. И мы с тобой пойдем. Пойдем посмотрим, где наш припарковались. Здесь мы подъехали, вообще места не было. Поэтому они, видно, где-то там подальше встали. Аккуратно, аккуратно не наступи. Так, а чё? А, вон они аж где. Ой, здесь уже прохладно, да? Кофточку бы не мешало одеть. А ты с собой кофту взяла? Я кофточку взяла. Взяла кофточку? Молодец. А я вот нет. Еще румиска положи. Я не положил. Че вот он? Непонятно, где он. Не на нас и Мида гулять пошли. Не видно его. Угу.
каком-то они. Слушай, а ты мне куртку не положил, да, наверное? Кого? Куртку, куртку, кофту. Нет. Блин, так холодно, слушай. Да, и комары. А я еще это, ну ты вот, видишь, мы ж на севера ехали, а у нас лето в голове. Ну да. Я еще подумал, думаю, на всякий случай, а потом думаю, ну ладно, у меня там есть дома. Дома, в доме, наверное, бы правильно сказать. Короче говоря, мы останавливаемся, потому что у меня разваливается спина, поэтому решили остановиться. Мы еще были в Тюмени. Я думала о том, что, наверное, лучше ехать поездом. И я не высижу. Мне видео монтировать, и вот сидишь, монтируешь, и я за пока монтирую, очень много стараюсь ходить. Думаю, ладно, в Тобольске похожу, мне полегче будет, смогу посидеть. А сейчас чувствую, спина вообще разваливается. Прям уже сидеть не могу. Остановились мы. Мы, когда ехали в Тюмень, мы здесь останавливались и снимали номер. Но я вам сказала, у них есть номер такой на 4 места. Он, в общем-то, стоит точно так же, как и... Там большая кровать и плюс одно место. Мы тогда с Надюшей, когда ехали, получается, вот мы брали вот эту большую кровать плюс одно место. Ну, а сейчас я в душ, здесь вода. Здесь не будешь останавливаться из-за того, что здесь там в душе такая вода холодная. У них что-то еще в 3 часа ночи у них отключают, то ли в 3, то ли в 4. То есть вообще нет воды. Ну и смысл тогда платить за это. Вот. И пойдем сейчас туда. В этот номер я смотрю, Артем подошел, уже взял ключи. Взял ты, да? А Рома где? Собаку пошел выгуливать. Она дядя Рому ищет, а не гуляет. Чего она? Ищет дядя Рому, а не гуляет. Да? А. Ну, так нет. А куда она что-то? Надюша уже вон. Она разбудили ее, она спала. Сейчас я Рома попросил, возьму мне ночнушку. Мы, говорю, чемоданы ничего не брали. Я говорю, давай в пакет так сложим, чтобы чемодан места много занимает. Так, все. Все, взял? Так, да. Все, спасибо тебе большое. Что, больше ничего не надо? Это, смотри, поправь плед. А это, Артем, возьми с собой тарелку для амиды, а? Для воды. И воду с собой возьми. Полтора. Все? Только полную, Артем, возьми. Такой красивый рассвет. Здесь белые ночи уже. Да. Мы такие едем, я говорю, что так светло? Я уже забыла, белые ночи. Середина лета же. Ой, блин. Так, а ключ кто? А? Кто? Ключ? Не знаю. Я Артему его дал. У тебя ключ? Ключ у тебя? Успокойся, Аня. Спроси у Артема. Я Артему давал его. Артем, ключ у тебя? О, мальчика. Все, взял? А вы что, сходили в туалет? Да. Она говорит, пошлите спать быстрее. Устала я от вашей машины. Куда ты, куда ты? Вот она, там Чарльз. Потише, Рома! Разбудите сейчас. А не шестой номер? Сейчас кого-нибудь откроем, там люди спят. Нет, никто не спит. Так. Тут
закрывайте тихонько. Все. Пить хочу. Наливай быстрей. Так, все, Надюша, расстеливай. Продолжаем спать. Давай, давай. А то у тебя сейчас весь сон пройдет. Так, а где здесь постельное? Это не надо, Надюш, это чье-то гадость. Это, Надюш, нет. Сейчас заправим. Артем, давай, помогай заправлять. Давай, не смогу, у меня спина болит очень сильно. Так, а что, ключ? Там, наверное, на ключ закрывается, а нет, да? Ты положи то вот сюда, Ром, чтобы мы не потеряли его. Не забудь, мы завтра мы посмотрим видео. Если у нас совсем памяти не будет. Белых вот, а на носках похожи. Пошли спать.